Всем доброго времени суток. Сегодня 21 мая 2021 года. В этом видеоролике я хочу поговорить с вами о виноградной шпалере. Как вы все знаете, по моих видеороликах я использую двухплоскостную шпалеру. Я считаю, что двухплоскостная шпалера намного лучше, чем одна плоскость. Но это мое мнение. Я не привязываю его кому-то. Просто говорю, что для меня две плоскости лучше, чем одна. Можно получить больше урожая. Сегодня я натянул проволоку и шпалерные тросы. Купил проволоку тройку оцинкованную. И шпалерные тросы, две бухты по 2,5 миллиметра. Проволоку натянул на два нижних ряда. Вот первый, вот второй. Проволока тройка, потому что на эти два первые ряда будет идти самая нагрузка. Потом остальные три ряда. Здесь у меня обычные шпалерные тросы. Трос с защитной оболочкой. Натяжители я не покупал. Таурепы сделал сам. Как говорится, сердито, дешево и сердито. Брал обычную шпильку. Десятку, 10, приваривал к ней гвоздь, купил гайку с шайбами, и все, и такие вот у меня самодельные таурепы получились. Еще покупал вот такие вот зажимы. Не хочет фокусироваться камера. Вот такие вот зажимы. И все. Позажимал, понатягивал. Здесь у меня 30 сантиметров шпильки. Так что натягивать я могу еще очень-очень много. Так, с той стороны сейчас пройдем. Я вам покажу, как я фиксировал. Просто делал обычную петлю и накидывал на приваренные куски арматуры. Я показывал в предыдущих видеороликах. Вот так вот крепил проволоку без всяких зажимов. А вот так вот крепится у меня шпалерные тросы вот такими вот зажимами. Для меня это очень удобно, и тем более когда осенью или вообще даже весной, когда еще виноград укрыт, можно просто всю проволоку закинуть наверх, вот сюда вот наверх, и спокойно ходить. Ничего не будет мешать, можно работать, убирать сорняки. Все прекрасно. Шпалеру я сделал 2,10. Я считаю, что выше не надо. Самая хорошая шпалера — это та, которую ты можешь доставать рукой. Рукой достаешь, чтобы прищипнуть, оборвать. Можно, конечно, делать и повыше. Может, оно будет и лучше. Но я решил для себя сделать шпалеру 2,10. У меня еще не хватило проволоки на три плоскости. Ну, три куска проволоки. Не подрасчитал что-то я. Вот сюда две плоскости. И сюда одну проволоку. Одна плоскость. Докуплю. Поеду в город, докуплю и натяну. И с шпалерой у меня будет все.
Все, что хотел сказать. Сказал, показал. Всем спасибо за просмотры. Если вам интересны мои видеоролики, проявляйте свой актив, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду снимать больше видео, если вам это интересно. Все, всем спасибо. До новых встреч.